try to remember when life was so tender. Carte noire, un café nommé Désir. Я очень люблю кофе, я его пью 3 раза в день. Я очень люблю запах, вот я просто схожу с ума от запаха. А сам кофе мне надо очень-очень тщательно вот выбрать. Я его завариваю в чашке, просто насыпаю кофе, наливаю кипяток, а потом через ситечко переливаю в другую чашку и добавляю сливки. 5 ложечек кофе на средненькую, соль, немножко сахара и чуть-чуть чеснока. Нет, на самом деле это, в общем-то, такой полноценный, небольшой, но все-таки полноценное высказывание, которое не является каким-то рекламным, сценическим рекламным роликом, да, а оно все-таки признано как какие-то темы, которые окружают кофе, кофепитие и просиживание в кафе, да, такая современная модель поведения. Смотрите, мы сейчас идем с остановками. А потом как Бог даст. Если Эдик не двинет кони на середину первого. So tender. Carte noire, un café nommé Désir.